вами Кубик ТВ. Сейчас я вам расскажу о коллекции уникальных головоломок Dayan плюс MF8 Pentaeder. Это пятигранники. В серии много головоломок, все отличаются друг от друга. Значит, вот базовая модель. Это в чистом виде Pentaeder, без вот этих crazy элементов, без кругов. То есть вращаются здесь, ну, можно сказать, что грань вращается, можно сказать, что вращается вот этот угол, это одно и то же, в принципе. То есть три оси вращения вот так, и одна ось еще вот так. Ну, собственно, примерно это вот так выглядит. Вот так замешивается. Головоломка очень качественная. Значит, выполнена она из цветного пластика, без наклеек. Это очень хорошо, потому что вот тут есть такие мелкие элементы. Если бы на них была наклейка, они бы сдирались, было бы не очень красиво. То есть это очень большой плюс для этой коллекции. Ну и сам механизм, все вращается вообще без труда, без заклиниваний. То есть в процессе игры будет сплошное удовольствие, ничего не будет отвлекать от задачи. Так, со стандартным пентаэдром вроде разобрались. Что бывает тут еще? Так, об этих в последнюю очередь скажем. Значит, вот эти проименованы по названиям планет. Это crazy pentaeder. В чем отличие? Это в наличии вот здесь круглых таких элементов. Причем этот круглый элемент может вращаться вместе с гранью, а может вращаться отдельно от грани. То есть вместе с вот этим углом. Понятно? И разница в следующем. Если вот мы сюда какой-то цвет подадим, на вот этот белый центр, то он будет вращаться вместе, да, вот с этим синим и белым. То есть синий в данном случае вот здесь не отсоединится от вот этого. А если мы подадим белый, допустим, вот сюда на синюю грань и будем вращать грань, то здесь эти разойдутся, видите? Ну и в общем различная комбинация заблокированных и не заблокированных вот этих центров делает различие между головоломками. Значит, вот в этих двух crazy элементы находятся на вот этих боковых гранях, да? Вот в этих двух головоломках на боковых гранях crazy элементов нет, но они есть вверху. Причем здесь желтый отдельно от грани крутится, а здесь... А, и здесь отдельно. То есть получается вот такая вот петрушка. Вот. А в этой головоломке желтый отдельно крутится. Вот. Нет, желтый вместе с гранью. А, все правильно. Ориентироваться нужно на центр. Смотрите. Вот желтый центр на месте. И эти замешиваются. А фиолетовый вместе с гранью крутится. Вот. Ну, то есть тоже отличаются две. И вот еще есть комбинации, варианты головоломки, когда эти crazy элементы есть и на боковых, и вверху. То есть тут максимальной сложности все будет. И еще есть две головоломки, это пятислойные. Pentaeder, вот этот
ну, как бы базовый пентайдер, да, пятигранник, еще с дополнительным слоем вверху и внизу. То есть получится 5 слоев, да? Вот. И это такая же штука, но еще с crazy элементами. В данном случае белый вместе с гранью, а этот отдельно. Вот. Вот так вот это все выглядит. Я думаю, все понятно. Давайте какой-нибудь сложный возьмем и какой-то такой типа краш-теста. Ой-ой. Ничего. Ну, то есть никаких заеданий нет. Все очень классно. То есть механизм позволяет в полной мере насладиться самой головоломкой, не отвлекаясь на какие-то заедания. Видите? Это очень большой плюс. Спасибо вам за внимание. Оставайтесь умными, красивыми.